В столице региона проходит второй всероссийский фестиваль «Душа баяна». В этом году он охватил 3 федеральных округа – Приволжский, Дальневосточный, Сибирский, а также Краснодарский край. Сейчас в Самаре проходят отборочные прослушивания, победители которых выступят на гала-концерте. Завершится фестиваль в ноябре суперфиналом и большим концертом в Москве. Наш фестиваль открыт для всех возрастов, для всех социальных слоев. И это и любители, и профессионалы, и дети, и взрослые, и солисты, и ансамбли, и оркестры, и хоры. И вокруг баяна объединены все исполнительские жанры. Приглашаю всех самарцев на наш гала-концерт, который состоится 5 сентября, вот здесь, в АДО, в окружном доме офицеров, в 16:00. Вход свободный, поэтому приходите.